Всем привет, ребят! И мы будем рассматривать новое обновление, версия 3.6.01. Давайте начинать! Итак, первое, заходим в режим Hardline. Что такого не видим, но если мы представим, вот карта Чао Хаос Снег. Давайте зайдем, посмотрим. Так, смотрим. Так, что у нас? Все, ничего, но только добавились вот такие штучки. Еще снег здесь есть. Вот. Деревья. Кстати, еще добавили новые предметы здесь. И даже стену бэк из закулисья. Есть еще такой пингвин. Ага. Тут окно в каютов. Да. Вот такой огромный квадрат. Есть очень вот такой. Ну, есть маленький. Что еще добавили? Тут вот такие штучки. Ну, чтобы снять такое видео. Потом вот такие. Сейчас все покажу. Вот это и было у нас. Ну, это тоже перенесли. Так, еще что тут у нас? А, вот это. Ага. Вот, летим сюда. Лестница вот такая, которой можно забраться. Быстро посмотрите. Вот это тут и вот. Ой. Сейчас, короче, еще вот такую штуку добавили, да. А еще есть пасхалки тут, вот такая пасхалка. Сейчас покажу, ну вон пингвинчик обычный, идем к нему, что такое, вот. Да, ничего не появится. Вот этот пингвин, он, конечно, прозрачный. А как туда зайти? Сейчас покажу так. Вы думаете, что там что-то будет? Ну, посмотрите, ничего, пустота. Короче, сейчас покажу, все побудем. Вот. Еще есть вот тоже дерево. О, еще хотел что-то сказать. Вот помните, эти деревья нельзя было двигать? Вот эти три. Теперь их можно двигать. Посмотрите. Вот. Разработчик нас услышал по ходу. И он все сделал, чтобы можно было эти деревья брать. Да. Ну, тут еще. О, вот этих двух добавили. Машины тут. Вот эту подводную лодку. Эту и вот эту. Смотрите. Кстати, сейчас вот так поставлю и прокатаемся. Ну, конечно, какая-то тоже странная. Короче, вот. Вот, вот, еще. Короче, сейчас все покажу. Заходим в магазин, да. Угу. Добавили вот такой скин. Так, сейчас покажу. Ну, вот это все знают. Так. О, сейчас покажу. Вот, что добавили, короче. Вот это. Короче, понятно все. Что еще тут добавили? Ну вот, это, смотрите. Вот у меня гребешок, нажимаю сюда, применить, ну и все. А шапки сейчас посмотрим, вроде бы добавят сейчас. И надо еще чуть-чуть пролистать и где-то тут. Новые шляпы, о, вот такие. Ну сейчас найду. Так. Нет, не то. О, кстати, давайте сейчас вот этот скин купим, посмотрим, что он делает. Конечно. Ой. Ну, скидочка, ну, пожалуйста. Ну, позови. Сейчас зайдем на любой сервер, посмотрим. Ну, вот. Только я не знаю, как там игроки меняли. Вот здесь лицо. Давайте как-то попробуем так-то. Что-то не получается. Может, такую? Нет. Мне что-то не получается. Короче, я еще покажу новую анимацию. Вот. Пьем кофе. Да. А еще добавили вот такое оружие. Да. Да. Добавили. О, кстати, я сейчас еще кое-что покажу. Например, тут так. Так, это мы уже видели. А, вот эти
эмоции, можно взять ТВМН, давайте. А, мне не хватает. Ну ладно, покупим чуть-чуть, а потом купим. Нету, нету. Короче, здесь есть вот это. Да. Ну сейчас что-нибудь еще посмотрим. Видимо, еще. Так, это с прошлого обновления, я потом покажу. Вот. Но если вы на этом видео, конечно, соберете очень много лайков, тогда я сниму вторую часть обновления 3.6.01. Да. Делайте. О, кстати. Есть вот такое еще. А еще добавили новые крылья. Не вот эти вот какие-то. Эти уже были, находили. Вот что добавили. Кстати, посмотрите, вот. Нажимаем так. И я, получается, вот так. Посмотрите, что? Что творится-то? Посмотрите, как красиво. Как будто странные крылышки. Ну, это еще не все. Мобы ничего не добавили. Вот тут вот их добавили. Вертолеты, конечно. Опять ничего не добавили. Хвосты тут, сейчас посмотрим. Не добавили. Да. Ну, давайте что-нибудь еще посмотрим. Так. Так, ну, может, что-то еще есть. О, ну, давайте я вам еще... Давайте еще посмотрим, пасхалки могут тут быть эти. Берем и куда-то смотрим. Может, найдем пасхалку какую-то тут на карте. Смотрим. Вот. И что-то я ничего не нахожу. Ну да. Ну, должны же быть пасхалки быть. В танках нету, да. Так, тоже нет. Так. Ну, это с прошлого обновления, мы это знаем уже. Что у нас еще? Ну, короче, ничего нету, ну ладно. Короче, давайте что-нибудь посмотрим.